Готовьте молот Оргрима. Ебать, литр пива выпил, меня так расколдебасило сейчас. Будто нахуй я 6 литров ужрался. А мы сегодня в обычку ходили, а кем? Хулипалом был, да? Так, ебать, ребята, сразу предупреждаю, объект Итали Конрол. Екеринас, да? Екеринас и плащ свальки, пояс серебра, сапоги и кольцо с кораблей, пацаны. Вот шмот, который нужен. Да ладно, скажи, что ладно, несло сырка, анрол, короче, мы все ткани. А, и жезл мне нужен. Ладно, я пойду пописью, дочистите аккуратненько трэш, пожалуйста, кралька, просто богиня танчини. Сейчас я Ксюху спать уложу, трэш почищу и приду. План знать не выполнил. А как вы... Дайте влево, все вправо не трогайте. Как вы умудрились все раскрыть? Нормально, со второго трая быстро. Без тебя, да? Ну, агро там... Какой там состав? Джейн хилил там... Хапалом, размахом, умирал... От мелкого трэша постоянно. Как обычно, короче. Кто шаманы были? Краль, коллеги, как? Я. Топара смуч. Я. Ладно, топара приезжаешь до уровня смуча. А Джерин попал? Угу. А танки подготовил? Я был и... кто-то еще. Я. Смуч. Да, да. А ты кем, протопалом был? Не, Ваня БДК был. Я был тоже БДК в свету тань. Ой, во тьме. Так ты же уже был, у тебя еще второй БДК? Да. Ну а дэйк. Да, тебе был протопалом. Если я был четвертой РФ-кой, БДК-кой. Не, дайте шкаф там. Че, я в одной только РФ-кой был. Не, БДК-шка. Ну так. А, когда я был, я танчил... этот тьму, а поклонский цвет танчил. А, поклонский. Ну, варенька был, где я робот был. Бибо пидор не дал мне цвет потанковать. Дай шкаф, Саша. Да если бы дал потанковать, мы бы сейчас целка не сидели. Откуда ты знаешь? По опыту. Три кнопки на так. По опыту, блять, научи меня танчить цвет, буду танчить цвет. Я не умею. Так гандон просто. Подходите, Котловский натурал, там по бафам что-то говорили. Там рогом. Почему на роге нету каски? Кто его опять бафал? Тут рыба стоит. Дайте фласку на АП. Есть кого-то фласка на АП. Да кто его опять бафал? Ну, короче, там сами бафают уже. Рома, подходи. Тебя ждем. Мы одновременно прыгнули. Давайте что там без него убьем, там пройдет разролик, чек на пул, там, смотрите, по бафам что не хватает. Дайте магабаф. Так, через ПД, три кнопки, охламончик, чего там не хватает. Сейчас кулаки дам. Ой, стойте. Стойте. Так, дайте магабаф. Семеро одного не ждут, Диана. Подождите. Мани, дайте инту. И МП5 по локам, кто там бафал, МП5 дайте по ним. Давайте, все готовы. Если готовы, то подождите, не пульте.
Фома как крест еще дайте. Готово? Да-да-да. Можешь начинать. На пулу на БДК дайте. Дайте, Рост, становитесь под жопу. Бля, нахуй я вспулил, я в ДПСить пришел. Ты можешь, его убиваем сейчас. Почти убили 5%. 5, 4. И сегодня Хан, становитесь под ребро. Если вы не вой. То он нормальный человек. Ребята, давайте вы все будете не косячить, не злить меня, чтобы я случайно не закричал. Если я закричу, меня выгонят на улицу. А сегодня утром у нас было минус 20, ебать, я еле прогрел машину с утра. Возьмешь с собой котят и будешь там греть. Слышишь, мы сегодня обычку принесли, блядь, Гизарелла вообще, мы музыку слушали. Котят не греться. Бля, это ж Ксюхины кошки, она мне их не отдаст. Подозреваю, что музыку слушал ты, а остальных ты просто в окноре был в это время. Знаетесь, под босса. Мне ж играть интересно, когда мне шпмот нужен на листа. Кошка, типа. Ну, смени, если что, сменил. Кошка ломится на кухню, пацаны. А ты на кухне играешь? Ну, конечно, она чпатлива. А, то есть, чтобы посуду мыть, недалеко отходить не надо. А кто она, осколки, мужики? Сравнит мне, кидай сразу. Кидаю, кидаю, Сань. Ой, блядь, не тому отдал, ну ладно. Пидрило, блядь. Короче, не знаю, если нужен кому-то шмот, давайте. Сейчас напишу три символа в рейд-чате. Кто первый эти три символа повторяет, тот забирает весь ненужный шмот. Этот шмот можно забрать у людей в... Блядь. Сейчас посмотрим, что попрошает нахуй. Три символа, блядь. Вот, давайте, быстрее повторяем. Такой дурак. Ебать, жри СПД. ГЦ. Я наебал. Он неправильно сделал, знаете. Правильно, точь-в-точь, как я. Короче, я считаю, что этот шмот уёбищный. Если он вдруг вам нужен, вы у него возьмите ПМ его. Ебать, что мне это приспидорасило с литра тьма. Я 100 таун тоже. Есть, кто подарит Амитрин, тому плюс 10 крон. Могу осколок души подарить, 31 штука есть, блин. Ну, либо шо, занято, чтоб ты камни сделал. Лоран, плюс 10 крон, а ты можешь огранить его в тревожный Амитрин сразу? Кто у кого есть ювелирка, это плюс 3 крон. Я уже тебе дал тревожный Амитрин, готовый. Ты красава, давай, фламанчик где-то. Вот, что такой маленький. На. О, ты не тревожный дал. Какой же ты охуенный. Тебе плюс 13 крола. А Хламончик, расскажи нам лучше историю. Вот мы помним тебя, что ты был в адептах когда-то. А вот что ты ливнул, мы не помним. Мы сегодня стрессии вспоминали и не вспомним. Ты же вроде нет, так. Под меня взяли тогда видео, но ливнул за мной. Бля, ты че ж мы не поступили, как он? Давайте, РДД справа, протопал справа, милики слева, дайте шкаф. БДК слева. Шкаф, дайте шкаф. Ну, кстати, мне МК кидать, пацаны, я сегодня буду божить под ДПС. Божить ты будешь, блядь. Это в ДПС тебя не видно даже. Давайте, Вар, Мак, что-то не суманится чать на пол. Мак тут, дайте ему какой-то баф, но хуй на него. Короче, на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Кто трэш не бьет, тот хуй сосет.
кроме разбойников. Разбойники и так сосут. Только рогой можно любой класс перебить по трэшу. Можно не перебивать, да, можно бить босса. Так. Знаю, я на 40 не могу просто рогой не бить, блядь. Контроль, совы, контроль своего коллегу, пожалуйста, лучше. Контролит Войда, не контролим, просто раздаем и убиваем Войда. Не буду служи выходить, хиньте, пожалуйста. Бля, это, конечно, охуенная паки, не то говно, которое вчера днем убивал. Там дяди за 3 трэша перевели. А как, кстати, вы в ШП сейчас дамажите, с макросом на пытку или без макроса? Не, без. Нахуя мага убили? Он капнул. Не, это две весовые с бездопадом заебошили маг. Что за хуйня? Я должен быть первым. Ребята, можете стопать ДПС? Хуй, 2DS, вот это фарт. Просто не зря пошел, сразу видно. Ты не был, когда у меня 5 БЕшек падало. С шея на мейн. А еще у меня был рейд, когда я 3 кольца БЕшных купил. Шея на офф. 3, сука, 3. Ебать, вы охуели, даже шею не родите. А кто у меня бичмо забирает? Жрец ПД. Кольцо надо кому-то ролить, у кого по спек, у кого мейн, не все равно. Все, если что, там в личку между собой договаривайте. Блин, Тофа. Ну, короче, дайте Тофе кольцо, Тофа сролил, если оно реально нужно. Если не нужно, то не отдавай. Ну все, пусть туда лок, остается там лок, видимо, вообще пиздец. Блин, сейчас я дверь кошки откроюсь. Ну, выдайте пристабав, лапу и каску помогу. Пристабав, да. Так, в пушке только нормальные пацаны садятся. Это я и еще 3 нормальных пацана. Ты нормальный пацан? Ну, разумеется. Не, какие-нибудь хуёвые ДПСеры, садитесь в пушке. Вы должны быть хуёвые ДПСеры и нормальные пацаны. Дайте лапку еще. Это что, все пушки заняли? Это что, столько нормальных пацанов у нас? Нет, просто ты не нормальный пацан. Из какого фласка надо, да? Вань, Джерриан пришел ДПС мериться. Джерриан, бьем на 5к, что я тебе на 40 передамажу. 5 импристом? Конечно. На 5к бьешь? Нету 5к, но я бы поспорил с тобой, просто я не спорю, когда у меня нету денег. А как ты? Ну ты же уверен, что ты выиграешь, что ты не споришь? У меня нету денег. Значит, ты забоялся, что ты проиграешь присту, у которого вот такие шмотки, блядь. Ты нахуй сидишь такого приста, ясно, лимон. Я не спорю, когда у меня нету денег. Да понятно, все понятно. Мне кажется, у тебя их никогда нет. Никогда нет. Это точно. А куда вы, блядь, деваете дремейший саранит? Я вот только вчера зашел на аккаунт Спиди, оттуда 15 дремейших саранитов скинул и 30к голды.
что, куда вы деваете сарани? А почему у Спиди так долго такие средства хранятся? А знаешь, короче, что получилось? Я продал ему ханта. Я купил у него ханта за 80к голд, короче. Я ему 80к голд отдал, он мне ханта. И он перестал играть сразу после того, как ханта мне продал. У него там голда хранится, короче, на его аккаунтах по 10к на каждом персе, по 20 примерно. Там по 10 уже. Но я голду не брал, я просто у него лед там в сарани перевел. Они везде на коте не перевел, чтобы если что, ирдру там сделать можно было. На ДК там вроде есть танк спек. Ну не танк спек, а танк шмот, в смысле. Он ходит тут просто. Фрост ДПК вроде. У него фрост мейн и есть второй комплект Т-10 на анходе. Бегай в гыбу! Ёб твою мать, Мак, тебе нужен какой-то шмат? Дари этот, лутай, не нужен мне, скажем. Дайте БР, охламончик, дай БР Маку. Он лежит где-то, где Саруфанг. А, вот в центре лежит. Есть БР? Охламончик. Фоларион, дай БР вон Магу, впереди лежит, где трэш. Блять, ну ладно, лети, короче, yep. Лутаю без тебя, раз ты скава не нужен. Лутаю. Вот так. Давайте кольцо рулим на мейн. Бать, зачем ты ролил лок? Тебе не стыдно? Ты ж только что забрал кольцо с леди. Наручи нужны кому-то? Плечи. Перейди на мою сторону. И вместе мы разрушим этот мир во имя плечи и во славу. Дайте, пожалуйста, рыбу. Дайте фулбаф по магам. Вообще фулбах. И дайте мамонт, если не сложно. Рыба вот стоит возле звездочки. Да погодите, мага еще тут нету. Погодите, мага еще тут нет. Ага. А он уже, по-моему, не протанется, раз запустили. Протанется, больше нет, вон он. Ага. Мне что-то казалось, что нельзя. Или суммонить нельзя. Дайте мамонта, пожалуйста. Есть у кого-то мамонт гетеросексуальный? Сейчас, постой. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Блять, что там присунуло для баф? Когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер. А, дайте роги кулак. Что за параша, паладин? Паладин, дайте роги кулак. Кто бафы распределил? Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Давайте босса в центр, рост как... Пропал, Роман. Надо его хоть раз побить на лестнице в обычке, там больше депресса горят.
Еще вчера Джерен мог стать счастливым обладателем Тика Голд. Ребята, вчера мой ДПС составлял 10к, а сегодня 11. Все потому, что я стираю его лаской магия цвета. Ладно, у тебя почти 12. Меч кому это нужен? Мы похороним тебя. Токен покорителя 1-2 породы. Рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни был. Там порт открыли, идите. Не отрекайтесь от неё. Бейте, валик, я пойду по писи. Пойду покурю. Курят пидоры. Все девочки. А я пойду блиц сыграю. Давайте, пока его нету, расход сделаем. А завтра добьемся, что сами. Спать пойдем. Да, он приходит, так опа, никого и нету. Дайте станы, вызовите мужей, магии, нового, паладина, станы, играйте по этим мелким дурачкам, потом больших сольем. Массами-то сливайте все. Теперь бейте массами только через гнойных. Светите гнойных и больших вместе. Это-то жрет. Можете сакру дать, чтобы меньше великов пробивало. Ну просто надо из-под морды вытянешь кливы. Да не вокруг них еще и тучка. Да может. Как у Пуджика. Да, велики еще вокруг них хороводы бывают кучей. Господь, укрепи нашу веру. О, хера себе, две пачки сразу сварили. Дайте станы по ним, одной этот, приморозьте.
Давайте, кто первым назовет самое уникальное свойство каркаде, тот получит 500 голд. Свойство кого? Каркаде. Это красный чай? Да, гибиска. С розой, которая... Красный чай. Ну, это не сказать чай, это такое растение, по-другому гибискус называется. Он красный. Начинаю рассказать про него. Самое он главное, давление понижает. Самое главное уникальное его свойство. Понижает? Да. Повышает. Дай каску. Лак паронда. Укрепляет стенки сосудов. Нет. Самое удивительное. Убивает болезнетворные микроорганизмы. Может использоваться как глистогонное средство. Глистогонное средство. Мне интересно, кто-нибудь назовет. В смысле, нет, блядь, я все знаю. Он не вкусный. Нет, вкусный, наоборот. Он кисленький. Он кислит сильно. А мне нравится, охуенный. Смотря с чем смешно. Бадуна заебись идет вообще. Он попускает. Не, ну само собой кислотные продукты, которые кислят, их нельзя связывать. Самая фишка. Никто не знает самую главную фишку. Ты ее что, не назвал еще? Нет, никто не назвал еще. Ферментация. Как ты всех заебал, Славик? Сдаюсь. Да у тебя стояк просто от него. Единственный способ поднять член воида. Короче, слушайте. Самое главное свойство... Ты откуда знаешь? Рома просто подкладывает постоянно, когда сводят случайно. Короче, слушай, это самое главное свойство гибиска. Я залагал пиздец за этого каркаде. Это то, что в горячем виде он повышает давление, а в холодном виде понижает давление. Ясненько. Ставьте лайк, кто не знает. Это любой лох знал. Подписывался на канал. Пиздец. Любой лох. Никто не сказал. Просто каждый лох это знал. Просто сильно такие сказал, очевидные вещи уже никто не хотел говорить. Нет. Причем тут ферментация. Дайте каску и кулак порой. Каску помогу. Короче, ребята, все же не хотели просто эту сильно очевидную вещь говорить. Плюс они в чат, кто знал это, блядь. Хуйню эту. Я где чат написал час назад. Час назад написал человек, еще даже когда ты не спросил, ну пиздец, ой, давай весим по 500 голов. Кулак пороги, паладин. Скерцы, да? Кулак пороги. Кто бафает кулаки? Вот Хмели Сунели знал, я просто не прочитал, сорян. Кто бафает кулаки? Кулак разбойник. Да, а почему у нас протопал, блядь, кулаки баф? Я не протопал. Ясно. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Давайте, рост. А кто знает, откуда берется вода на лист? Что, блядь, кроссворды там разгадываешь? Ну, классная викторина. Сейчас еще скажи, какое свойство сахара самое главное? И с него можно делать самогонку. Ну, конечно. Не, Войт бы сказал, если его много кушать, то будет диабет. Да, Войт? Нет. Как странно. Диабет не обязательно. Повышает давление, понижает давление. Диабет не зависит. А здесь повышается сахар в крови, да? Не всегда зависит. Слишком много сахара. Глюкоза. Глюкоза в крови. Глюкоза? Глюкоза есть в сахаре. В сахаре есть еще сахароза, наверное. Угу. Фруктоза. Фруктоза мне всегда казалась во фруктах есть. Ну это очевидный. А в сперме есть сперма. Ставлю, да? Ка давай вот скажи, какой самый безопасный вид катания на лыжах? Пицца, картошка, фри. Лежа на диване.
не кататься. Ваня назвал мой способ, да? Полуприсед, как говорил этот учитель. Ну, какой самый безопасный вид секса? Вот. Анальный. Знаете, у нас учитель... Который войдет всю жизнь. Воздержать. Слушайте, у нас учитель, короче, по физкультуре был четкий такой. Он, короче, говорит, ну давайте, говорит, за год ставлю пятерку тому, кто проедет с горки, типа, на одной ноге. Ебать. Все так, такие. Давайте, не ролим никто. Он, короче, съехал, мы смотрим на него, он, сука, на одной ноге едет, блядь. Все едут, падают, блядь. На одной ноге ехать, Фоларион, тебе что, нужно? Нет, я просто шучу так, это не смешно. Но Катериус, тебе что, нужно? Ну, не на ноге, на лыжи. Айрен, 48 у Лока, значит, я соревнуюсь с Локом, смотрите. Хуй, блядь, как ролл пишется. Блядь. Ебать. Нахуя я его спрашивал, кому там еще нужно? Сука, лучше плечи сролил. Давайте все ролим. Давайте, кто больше выкинет, тот на меня ролит. 88, вижу. Ни к чем ты на меня ролишь, братан, да? 88 у три кнопки. Ебать, объектик, сосать какая. Соточку пульнул, видели, нахуй? Так, посмотрите, какой у меня ГС теперь. Подозреваю, что тот же. 6239. 6239. Давайте, все готовы, споры не носим. Кому надо, те сами собирайте, пулим. У тебя вообще бесполезный ГС, у тебя там тринка киловская. Бать, серьезно? Спасибо, без тебя я бы не определил. Ну, типа ты бы лучше поменял не ее, а... Сейчас еще колба выпадет, смотри. Ее бы лучше поменял, а не эту херню. Часы нормально. Рома, если колба выпадет, ты ее оденешь. Не, я ж не Войд, я помню Войда в Коте или в Эртру где-то была, или такого, в Сове. В Сове. Меткость. Блять, чтобы у совы не было меткости, там надо специально все одевать без меткости. Тупо нахуй специально. Там какой-то надув был шмот. И на коте был надув. Липтон? Да, пили. Короче, байкальский. Называется растение. Сейчас выговорю. Рододендрон Адамс. Рододрон. Пил? Может, рододендрон? Нет, это обычный багульник. Блин, я в последнее время подсел на облепиховый чай, что-то мне так нравится начал. Блин, типа, я слушаю, черного чая нормального нет, а то вы какие-то травы пьете. Для вас со здоровьем проблемы. Погульник, то еще какую-то хрень пьете. Его в соломы отправить. Не, это не погульник. Ой, ты что-то начал пить этот чай? Этот... Нет, я пробовал просто. Пробовал, да? И как он тебе? Ничего сверхъестественного. С чем бы ты его сравнил? С каким другим напитком? Я не знаю, обычный чай, только с земляничные нотки такие. Земляники немножко чувствуются. Хер знает, что это. Смотри, сейчас... О, давайте, никто не ролит. Давай. Так где тапки геровские? 71. Это что, Элоран, тебе нужны они? Я оставляюсь, смотри. Сейчас тебя переролю. Так у тебя тапки так Гера, ты нахер? Да здесь Альера, не, у меня не пизди. Да. Смотри. Хуяк. Блядь. Еба. Просто выёбываю пацанов. Дайте шкаф. Кольцо нужно кому-то?
Ебать, ты что, серьезно? Я тебе верну камень. Так, 86. А у тебя сколько? 71. А у тебя все равно 84 плюс 13 кролла, ты проиграл, блядь. И свой плюс 13 кролла использовал. Ору. Этот. Осколки кому-то нужны? Дигли. Первый осколок. Слушайте, давайте обсудим, сколько меткости нужно ШП. 5%. Да не может быть. 289. 11. Все, как у меня шмот на меткости, у меня еще не хватает меткости. Где она берется тогда? А, у меня штаны без меткости. Так, а что ты за прист? Чей ты, Твинкл Ран? Ты в Геру, наверное, хочешь наконец. Ну ладно, на, я тебе уступлю тапки. Ты в Жгеру ходишь для гильдии, а потом когда-нибудь слови. Бля, ну лучше, конечно, чтобы ты мне их вернул назад. Я надеялся, что ты откажешься. Давайте, человек, на болт. Ты гонишь. Ты открываешь, типа, вкладку. А, пофиг. Давай быстрее убивать босса, я курить хочу. Же есть ПД, что не так. Залейте. Савы, ману, залейте. Да у нас нету все равно ход. Что-то выпьем. Опа, погнали. Хильте, пожалуйста. Давайте, поехали. Бьем. Ман, ты скажи, что ты хотел сказать. Может, имеет смысл забрать у нас? Шаманы, тотемы поставьте. Чё, не стопаем, близко к столу стоим просто. Сейчас я даже не выделся. Давайте от зеленого близко к столу идем. Будет сегодня слизни? У нас не будет слизни. Не надо никуда везти, куда ты пошел? Там колба. Ну ладно. А, зеленый выливается. Давайте к столу отходим. Весь рейд к столу, профа к столу. Давайте в зеленого играем. Все в цель сбежались и бьем зеленого. Дальше от красного держимся. Все в красном. За два слизня перевели, его лютые. Все слизня поймал, капец. Эти рост. Давайте, Гера. Танк, хильди, пожалуйста. Он забирает там 4 стака. Плохие новости, народ. Похоже, у
Рома, там спекнется кто-то в танк, а ты тут на 3 минуты. Токен защитник, корольте, спекнитесь кто-то в танк, ой, спекнись в танк. Токен защитник, корольте, пожалуйста. Меч, рольте. Токен покорителя рольте. Томак, ты. А, ты один там ролил, да? Дальше. Блин, а как шипы меткость собирают? Что у меня, блядь, жезл с меткостью, перчатки с меткостью, два кольца с меткостью и не хватает. 9%, 9,7. А сколько всего должно быть у РДД? 14, типа? Да, 11 у ШП. 11, 3% таланта. Ну, 289. Не, понятно, что эти перчатки с меткостью, они у меня тоже с меткостью. Штаны тоже, я вот, ну, если я штаны одеваю с нормы, тогда мне хватает даже с запасом. Смотрите, у меня, короче, сейчас 9.36%, да, 9.72% и ни одного промаха нету, поэтому. Так что, может быть, БДК где-то умер. БДК уже ушел, АФК. Агрики без БДК. Блин, реально трэш пьем больше, чем боссов. Чего? Трэш больше, чем боссов бьем. Помню, на X1 PvP была такая хуйня, вот этого приста как раз там одевал. Короче, трэша в CLK не было, все боссы были упрощены на 50%. И КД падало каждый день, короче, тупо, блядь, за неделю перса одевали. А, PvP-шный, по-моему, уже скин не объединили, они просто пропали персонажи. Нет, ну почему? Вот же пристат, это у меня аристократ был на X1 PvP создан и там вкачан, и вот его сюда перенесли просто. Сначала а, сервер... X3, по-моему, был, который X3... без доната. Не, их туда перенесли, X3 сначала сервер, который был обычный, на X1 PvP, а потом их сюда перенесли. А то был X3 без доната, и сюда, его просто он исчез. Конечно, сейчас два протопала трэш танчат, вообще никаких проблем. А вчера два БДК танчили, просто пиздец. Не, наверное, да, нет, лок. Ну не знаю, завтра, наверное, на всепобеждающем будет большой онлайн, а потом в воскресенье будет Гера, туда уже не сложно. Как бы бывает онлайн, Гера и РТ 30 человек онлайн, не из кого собирать. Сегодня что-то прям пик онлайн. Ресните носка, пожалуйста. Вроде ты пейсишь хорошо, я думаю, у тебя не будет проблем себя зарекомендовать, чтобы Гера попала. Она всепобеждающего всегда локи. Олег, ты тут, кстати, еще, Олег? Давайте ресните второго разбойника, дайте им бафы. Кралька, ты пришла? Дайте шкаф сразу, а то она где-то мертвая, надо будет ее сейчас сломать. Вот рыба стоит, кушайте рыбу. Диана. Я тут. Давай резайся, мы тебя сломаем. Мы же так сиганем просто без сирок, чтоб хиля все били. Вот там Трися, ты говоришь? Спасибо, Трися. А если он не вытанчит? То он БДК там прожима хватает, там капли дал, я так танчу обычно. Да и нет, давайте по-нормальному, что там у нас один фурик и два ретрика, кому тут бить сверки. Две сау. Смотри мне.
Давайте, БДК на двоих. Хант и Джерри, он на пульте Талдорама, а носок с Валанара на нее на пульте. Поклонский на Келли. Ну, сумонься, мы 20 раз тебя присунули. Нет, ты сумма. Что-то забагалось. Ебать, у тебя 6 человек сумонят одновременно. Призыв начат, ждите ответ. А что у нас в гильдии много людей набрали? Что такое онлайн больше? Никого не набрали. О, Джерри, он твоя бывшая, собирает рейд в Аниксию 10. Ну пойдешь? Да. Давайте фуллбаф. Фуллбаф по рейду, охотник и какая-то рога, которую я назвал Талдорама напуливают, а вторая рога, не помню, какая Валанара. Не подождите, ёбаный в рот, ну куда вы спешите? Подтверждайте пытаюсь. Все готовы? Давайте. Подождите, я бегу. Бегу. Хант на кинетике. И Лок, который маленький, ГС. Мы вдвоем на кинетике. Не агрики, в сферке скинься. Канделябр уперся. Ну вот сейчас был промах, пытка. Сколько у тебя рейтинга? 9.72. Блять, в цифрах рейтинга. Ёпта, мать, да откуда я знаю? 255. Смотрите, я почти как 3 себя дамажу. Роллим на мэй. 30 меткости не хватает. Скрэцо, тебе надо? Да. Скрэцо. Спасибо. Блин, ты чё, у них так похожи голоса? Вообще не похожи. Всем совсем не похожи. Ты решил, что это... Уже слишком много забрал и не стал ролик? Кто я? У меня геровская катушка. Я еще раньше давно ее забрал. Кем у нее похожие голоса? Ну, у Кралики и у Клота. Ну да. Это то же самое, блядь, как у Войда и у тебя похожие голоса. Ну, у меня с тобой точно похожие. Я вот так буду разговаривать. Как будто они интермотки, ой, хуя, ебама. Ну где-то так и есть, а чё? Да не, ничего, Сань. Ебать, ты с моим другом с одним подружился. Ебать, ему будет гулять, пили до усачки, пока не сдохли, нахуй, наверное, вдвоём. Почему
почему бы и нет, ведь все к этому и идет. Войта, ты бухаешь вообще алкоголь? Нет. Вообще никак. Куда ему там на пробку наступит, это вообще пиздец будет. Он трезвый долбоёб, ты прикинь, что будет из тебя делать. Именно поэтому не бухаю. Не, ну выйдет там хотя бы семья, уже хотя бы какой-то стимул. Да нет, просто по молодости я набухался и телефон у пацана увел, короче. Трися, ну ты планируешь семью довести? Это был повод не бухать, что ли? Не, это не тот повод был. Потом позже был повод. Трися, когда ты планируешь семью завести? Никогда. Давайте full buff. Протопала, забафайте, пожалуйста. Никогда не заводите семью, да. Чек на пул. Только танки вперед сейчас пойдут, все остальные стоят. Залейте ману, жри СПД, пожалуйста. Джерри, он ты здесь, Димка? Димасик. Димулька. Да я яды намажу. Яды, блядь. Стоим на месте, на счет три танки пошли. Раз, два, три. Милики, стоим. Читер. Рост. Чтоб жерину не досталось, да? Да не, просто. Блин, прикольно было бы собрать треть на гиару, короче, жесткий такой, и пойти бы в обычечку. Вот всегда хотел так сделать, никогда так делать. Какой рейд тебе? Ну, чтоб на геру, на каком-нибудь себе побеждающем. Ты собираешь рейд такой, который 340 там ДПС дает. И в обычку хуярить. Да без проблем. Я захожу на шамана и идем в анбаф. Четвертым хилом. Багруха упал. Давайте троллим багруху. Вы сейчас в обычке или геры? В обычке. Милики, шея нужна кому-то, кроме ДК? ДК отдают. Токен покорителя нужно кому-то? Сейчас кратце нужно?